конкурса по случаю закрытия международного конкурса детского и молодежного творчества «Фейерверк талантов 2014» подходит к концу. Но мы сегодня с вами должны выполнить еще одну очень важную, почетную и ответственную миссию. Итак, сегодня мы с вами посмотрели самые яркие, красочные, самые впечатляющие номера, которые поразили членов жюри и нашу уважаемую публику. Мы сегодня с вами прошли 5 ступеней награждения. От участников, да, через дипломантов, через лауреатов 3-й, 2-й и 1-й степени, мы сегодня подходим все-таки к кульминации нашей части награждения. Итак, я думаю, что наверняка вы наслышаны о таком слове под названием гран-при. Это так? Итак, что же означает гран-при? Давайте сегодня попросим председателя нашего уважаемого жюри, уже хорошо вам знакомую по нашей сцене, надеюсь, появившуюся Ольгу Леонидовну Сафронову, внести свой вклад в дело награждения лучших из лучших и вручить сегодня на нашей сцене главный приз конкурса «Фейерверк талантов 2014», то есть гран-при. Диплом гран-при 2-го международного конкурса детского и молодежного творчества «Фейерверк талантов» награждается Паула Нейдра, Эстония, Таллин. Спасибо всем участникам, спасибо всем зрителям, которые сейчас присутствуют здесь. Мне очень приятно, что я слышу ваши аплодисменты. И все участники, все конкурсанты были просто молодцы. Паулу Нейдру сменить кубок и диплом на микрофон и исполнить нам сегодня песню, которая так всех поразила, которая и получила гран-при. Песня «That's Life» из репертуара знаменитого и легендарного Франка Синатры. Итак, Паула Нейдру, Таллин, Эстония, включай. Thank you.
Павел Покровский, давай сделаем эстракада. Я хочу пригласить на нашу сцену генерального директора творческого объединения «Арт-премиум» Светлану Ильдаровну Суханову для своего слова, под ваши аплодисменты и для вручения своего сюрприза. Дорогие наши участники, дорогие руководители, родители и гости нашего конкурса, я от всей души, от всей дирекции творческого объединения «Арт-премиум» хочу вас поздравить с завершением международного конкурса детского и молодежного творчества «Фейерверк талантов». Давайте мы сейчас все поаплодируем друг другу, самим себе, за этот успешный и нелегкий пройденный путь. Я хочу от всей души пожелать вам никогда не останавливаться на достигнутых успехах, всегда идти вперед. И та цель, к которой вы будете стремиться, цепочками, которые будут состоять из удач, из поражений, из проб, из ошибок, обязательно доведут вас до желаемого результата, до желаемой цели. Обязательно наберитесь смелости, если вам нравится сцена, если вы хотите стать артистами. И также наберитесь обязательно терпения, если что-то у вас до сих пор не получается. И обязательно та цель, к которой вы стремитесь, встретит вас с распростертыми объятиями. Спасибо вам большое за те минуты, которые вы нам подарили, те часы в эти дни. Все мы получили большое удовольствие. Творческим объединением «Арт-премиум» выделен специальный приз. Как кто внимательно читал положение, в первом пункте написано, что наш конкурс, целью нашего конкурса является дальнейшая поддержка и развитие самых успешных участников наших проектов международных. И тем самым, подводя итоги этого конкурса, я хочу наградить Паулу Мейдеру, которая у нас заняла гран-при, сертификатом на бесплатное участие в международном конкурсе «Paris Stars» в июне 2014 года. Паола поедет вместе с творческим объединением в город Париж, во Францию. А также я хочу сейчас на эту сцену пригласить человека, который за эти дни выполнял одну из самых важных ролей на конкурсе. Председателя оргкомитета Анастасию Варшавскую. Я вот сейчас волнуюсь, наверное, больше, чем все вы в тот момент, когда выступали и когда не выступали. Мне кажется, все, что я хочу сказать, уже сказали. Я просто хочу пожелать вам здоровья, удачи, радости. Любите, будьте любимы, будьте счастливы, и все у вас было хорошо. Удачи вам! Анастасия, я знаю, что в наших призовых закромах еще остался один кубок, который мы вручим просто-напросто звезде гала-концерта «Фейерверк талантов 2014» Феде Кабаченко за его блистательную хореографию соло. Хочу подчеркнуть и добавить за первое место в номинации хореографии. Уважаемые члены жюри, если вы находитесь в зале, если вы нас слышите, мы хотим пригласить вас на нашу сцену для завершения нашего гала-концерта. И также на нашу сцену мы хотим пригласить в качестве красочного фона всех участников конкурса «Фейерверк талантов 2014». Всех-всех-всех. И участников, и дипломантов, и лауреатов. Сейчас зима-зима будет. Так, ребята, проходите, пожалуйста, вглубь нашей сцены. И вам такое вот творческое задание на сегодня очень ответственное. Большой-большой, красивый, дружный полукруг по краю нашей сцены сделать, чтобы создать великолепный антураж
заключительные песни нашего гала-концерта. Надеемся, что в зале хоть какая-то публика да останется. Итак, дорогие друзья, наверное, это очень символично, что в последний день новогодних каникул заканчивается конкурс «Фейерверк талантов 2014» своим гала-концертом. И, наверное, самая почетная миссия – это заключительная...